Всем-всем-всем привет с города Измаила. Я Раиса Горяченко, нахожусь рядышком с сахарной кукурузой, которую я еще не сформировала так, как должна делать. Но я вам сейчас покажу, что получается, если не сформировать, и что получается, если сформировать, какие початки на кукурузе. Особенность сахарной кукурузы как раз вот в том, что она формирует не один-два початка, а формирует очень много их. 4, иногда 3. Вот смотрите, с самого низа формирует. Но он пустой, этот початок, получается. Поэтому их надо обрывать, обламывать. Здесь тоже обламывать и оставлять. И вот этот надо было раньше, специально оставляю для того, чтобы показать. Вот два початка, и тогда эти початки будут полными. Вот эти, которые лишние, они полупустые, и качество у них никакое. Вот смотрите, что тут возьмешь. А с этого вообще ничего толкового нету. Вот, видите? Вот, поэтому оставляем два. Вот, еще покажу еще раз. Вот, смотрите, 4 початка. Они бы уже созрели бы. Один красивый был бы, если бы я произвела правильную формировку. Вот, выламывается или обрезается. А сейчас хочу показать, что получается, если правильно обломать вовремя. Какие початки получаются? Вот, пожалуйста. Вот два початочка. Изначально были выломаны внизу. Были, вот видите, вот они были такие початки. И вот два оставлены. Вот они, красавцы, какие выросли. Они еще созревают. Вот, пожалуйста. И початок, который у нас вот формируется вот здесь. Но этот початочек еще молоденький, он еще пару дней должен постоять. И мы тогда его выломаем и покушаем. А я прощаюсь с вами. Пока-пока. Будьте мне здоровы. Всего доброго.